предстоящие сутки территорию края будут проходить холодные фронтальные разделы. Первый холодный фронт прошел, за ним будет арктический, который в сумме понизит нам температуру в крае на 10-12 градусов. И мы прогнозируем температуру уже по Черноморскому побережью до 3-8 тепла днем. Ночные температуры будут 1-6. То есть очередная порция холода, в общем-то, зайдет на территорию края, что связано, казалось, с прохождением холодных фронтов и достаточно обширным и мощным циклоном, который сейчас у нас проходит центральную европейскую часть России в районе Москвы и смещается ближе к Уралу. Осадки мы ожидаем непродолжительные, местами и от слабых до умеренных. После прекращения осадков сохранится достаточно прохладная погода, которая будет постепенно прогреваться и повышаться температура в течение недели.